Мими-мишки. Не такие они уже и мими. Особенно в этой серии. Чё творим, брат, с вами Сергей Онис. Серия начинается без главной заставки, что уже очень странно. И называется «Секта мимишек». Еноты какая-то овечка наткнулись на постер, где приглашают всех участников секты на жертвоприношение. Кто-то из них должен пожертвовать собой. Будут жертвовать тем, кто придет не в страшном костюме. Вход только в жутких костюмах. Овечка и енот не хотели надевать костюмы и идти туда, тем более умирать. Главный переход на дом, где находится сама секта. Медведь. Костюм. И робота-аниматроника, который жаждет смерти всем людям и животным. Глазу медведя не было, и как будто выкололи, а из них текла кровь. Лиса. Жуткий костюм из ананаса. Отсылка того, что она поимела дом Спанч Боба. Ананас был порченный и противного цвета. Странно еще то, что у нее глаз тоже не было. Динозавр. Кто под костюм динозавра, нам неизвестно, но это очень жуткое зрелище. Через время к ним пришла лошадь. Это самый неужасный костюм из всех. Лиса вскочила и выключила музыку. Хотите узнать, по какую музыку они танцевали? Ну что ж, тогда слушайте. Лиса подняла занавес и сказала, что кто-то из них должен лечь на стол и его принесут в жертву. Но они заметили, что нету енота, овечки и белого медведя. Медведь вскочил и прокричал: «Где жертвоприношение?» Он только ради него всю ночь не спал и делал этот костюм. У них начался спор. Сюда вмешался динозавр, и он снял свой костюм. Что было там, очень ужасно. Там была цыпа. Вместо глаз там дырки, из-под них течет кровь, а тело ее как будто обскубанное. Они начали спорить, что в жертву надо принести лошадь. Но лошади не оказалось рядом. Она сбежала, и они отправились ее искать. Они пришли к полярному медведю. Медведь стоял в костюме Титаника. Жуткая трагедия, тысячи мертвых душ, самый жуткий костюм. Он даже показал, как он разломался и тонул. Глаз белого медведя тоже не было, вместо них темные впадины, из них тоже идет кровь. Ему сказали, что надо что-то принести в жертву, и добавили, что у него костюм самый страшный. Он расстроился, ведь он хотел сегодня быть жертвой. Ему надоело жить в этом безмерном и тупом мире, вечные проблемы, и все его уже достало. Лучше принести себя в жертву, чем простой и никому не нужный суицид. Оказалось, что костюм лошади у него украли, а на месте кражи была рогатка. Медведь злостно сказал, что надо найти овечку и енота. Плавный переход на енота и овечку. Овечка ест торт, который должен быть после жертвоприношения, а енот ищет свою рогатку. Они были обычные, у них были обычные глаза. К ним летает медведь и орёт матюки, показывая рогатку. Лисичка им сказала, что кого-то из них они должны принести в жертву дьяволу. Они вернулись назад к столу. На столе лежал енот. Лиса взяла нож и вткнула прямо в енота, а позже читала какую-то молитву. Серия заканчивается очень плавно. Перевод был не такой, как всегда, всего одним человеком. И, кстати, у него был очень жуткий голос. Серию сейчас нигде нельзя найти, но я умудрился. На этом все. Ниже ставьте большой палец вверх и жмите на красную кнопку подписаться. И помните, это всего лишь мое воображение.